Заключительный матч сегодняшнего первого вынесенного тура шестого первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд. И проводят этот невероятный матч команды Топнефть и Меридиан Энерго. Топнефть в черной практически форме, Меридиан в синих майках, черных шортах. Здесь момент квалифицируется как игра рукой и будет пенальти. Никто не хочет бить пенальти. Такой, ну, для Татнефти это стандартная история. Постоянно никто бить не хочет. Такое впечатление, что скоро начнут прибегать к помощи зрителей. Итак, Шнейдерман. Удар, гол. 1-0. Вот так начало. Неожиданное для Меридиана. Татнефть сегодня два матча провела. 3-1 победа над московским банком Сбербанк Россия. 0-3 поражение от Газпром Энергохолдинга. У Меридиана дела идут, ну, неплохо, но не идеально, конечно. 0-0 ничья с Газпром Энергохолдингом, 1-1 ничья с Сбербанком России. Очки сегодня теряют решительно все. Здесь именно попал мяч в руку. Момент для Меридиана. Мажет игру. Поздновато сегодня. Мы все отыграли. Там судья. Сзади в судейство. Там эта сумка. Черный. Там пакет будет. Иди, не надо. А, да, садись. Спасибо. Что-то, блин, сложно сегодня. Сборный. Да. Светового поставил. Гнетуля набирает скорость по дальней бровке. 1-1. Здесь зафиксировано нарушение правил, несмотря на споры нарушителя. Отодвинута сейчас будет стенка. Ну, теперь все на своих местах. И стенка, и мяч. И есть кому пробить отсюда или сделать передачу. Сразу в контратаку. Быстрый Гнетуля, но стремляется и забивает. 2-0. Татнефть продолжает удивлять. Да. Выбить шира! И пусть!
Вот идет теперь уже в атаку Меридиан Энерго. Здесь вратарь хватается за собственные руки. То ли наступили ему на пальцы, то ли попали по пальцам. Продолжен. Время было остановлено, пока оказывали помощь голкиперу. Так что играть еще долго. Со штангой мяч просвистел Татнефть. Может быть, лучший за сегодня матч показывает. Хотя третья игра уже должны были подустать. Мутаев решил пяткой сыграть. Назад, иди! Назад! Здесь возня в метре от линии ворот. Ножнов перешел через центр поля. Поддерживать атаки будет у Меридиана. Кстати, один из самых забивающих вратарей в наших соревнованиях. Мельников, у него сегодня не очень много игрового времени. Что это?
Переозев, отличная передача пяткой. Вот у кого получается Мельников. Ну вот сказывается практически отсутствие игры сегодня. Опасным моментом заканчивается первая 10-минутка. 2-0. Ну что ж, очень продуктивно, весело, интересно, азартно. Ждем продолжения. Получаются невероятно фартовыми для Татнефти. Меридиан выпустил пятого полевого игрока, пустился в атаку, мяч потерял и третий мяч в свои ворота пропустил. Когда такое было, чтобы Меридиан проигрывал со счетом 0-3 по ходу матча, сразу и не упомнишь, было ли такое в принципе. Но вот здесь Татнефть показывает, что первый тур для команды получается стандартно приятным. Мельников. Не дают ему бить. И четвертый гол от Нефти. Вот так вот просто играючи буквально. 4-0. Что, и пятый вот так просто удастся забить. Впору переписывать известную песню. 5-0. Евгений Тулин уже просто начал издеваться, по-моему, над соперником, а зря. Рановато. 1-5. Меридиан сокращает отставание в счете. Играть, ну, не заигрываться. Нитулину снова не дают скорость набрать. Желтую карточку получает Мельников. На пустом месте буквально.
Свободный удар. Да, Андрюх. Да. Не, он говорит вообще чистейший. Я уже договорился, да, с ним предупредил 5 раз. Ну давай, да, где-то пару минут. Ну, это же потом будет перерабатываться в текст, правильно? То есть, ага. Все, я понял тебя. Договорились. Давай. Щукин. Пытаются зажать его около углового флажка. Шнайдерман. Не стал делать пас. Гений Тулин. Ну, просто великолепно. На загляденье. Специально для наших фото- и видеокорреспондентов. Угловой для Меридиана это всегда шанс. Досадная потеря и мимо ворот. Замов. Нарушение. Две с половиной минуты. Есть еще время у Меридиана, чтобы побороться за свой престиж. Ошибка при приеме мяча. Ну так уже не играют, а доигрывают этот матч команды. Результат всем понятен. Конечно, итоговые цифры на табло могут поменяться, но понятно уже в этом матче, кто 3 очка заберет. Thank you.
аккуратно пытался игрок мяч в ворота переправить. Не оставляет Меридиан попыток сделать чуть более приятным. Ой. Самый неточный пас, наверное, за сегодня. Секунды финального свистка. Что ж, с хорошим настроением Татнефть заканчивает сегодняшний день. Ну, напоследок забить. Нет, не удается. И заканчивается матч 6-1.